Тот человек, народ или нация, который не учится на мире, тот кровавым образом учится на войне. Но тот, который особо тугодумный, человек, народ или нация, и не учится даже на войне, тот учится на оккупации, в плену, в тортурах, пытках и тому подобное, страданиях, унижениях, опусканиях его. Но тот, который полностью клинически тугодумный, тот народ, человек или нация, самоуничтожается, дегенерируется, вырождается. Но если у Бога Всевышнего другие планы, то он даже из ничего, из пепла достает этого человека, народа или нации, чтобы он снова возобновлялся и снова обучался. И он снова начинает на тех же ошибках того же греха, того же идиотизма, тугодумия, раболепствия обучаться. Вот насколько у него это получается, и другие народы смотрят на него, ну как же так, столько столетий пришло, и до сих пор все в том же классе, первом, втором или третьем. Вот такие шансы у народов, у нации или у человека.